Здравствуйте! Сегодня снова с вами After the After Party и я, Иван Балтик. Сегодня у нас вот такой продукт Aeron торговой марки Чабан, продукты гор. Вот такой вот продукт гор, 2,5%, имеет знак халяль для мусульман, выдан совет муфтием России. То есть это не просто айран, а это у нас кисломолочная продукция халяльная, то есть она для мусульман. Выпускается данный продукт Нальчинским молочным комбинатом, Кабардино-Балкария, город Нальчик. Состав: молоко цельное, молоко безжиренное, закваска: чистые культуры термофильного молочнокислого стрептокока, молочнокислая болгарская палочка, дрожжи. То есть срок годности 14 суток при температуре 4 градуса. Вот такой вот продукт у нас стал продаваться в магазинах. Несмотря на то, что где Архангельск, а где Нальчик, ну вот доезжает до нас продукция с гор Кавказа. Вот такой тут изображен пастух с коровками. Вот тут вот коровки. Вот. Чабан. Молочные продукты из Приэльбрусья. Вот. Попробуем, что из себя представляет этот напиток халяльный. Каков он на вкус. Ну, пахнет молоком, точнее пахнет скорее кисломолочной продукцией. Ну, вот как вот открываешь кефир, что-то вот такое. Наливаем его в стаканчик. Такой. Вот такой белый стаканчик. Что ж, пробуем. Что он из себя представляет. Ну, он такой нормальный. По консистенции напоминает все же ближе к кефиру. Что-то такому нежирному. Здесь, вот в этом айране, нет соли и нет воды. Как во многих айранах, которые продаются в магазинах, где соль и вода. Здесь соли нету. В составе не указано, по крайней мере, в составе соли нету. Довольно такой симпатичный. Вот остается его след на стаканчике. То есть никак, иногда пьешь и все стекает сразу. Да, такой довольно приятный, довольно нежный. Вкус неплохо сделан. По крайней мере, действительно лучше, чем те айраны с водой, солью, которые продаются у нас там, не поймешь с чего и что набухано. Вот этот халяльный айранчик Чабан, в принципе, довольно хороший продукт. Хорошо подходит для утоления жажды, для различных утренних или вечерних перекусов. В принципе, можете попробовать, оценить вкус. Единственное, смотрите на срок годности. Так как продукт производится довольно далеко от места распространения, нужно смотреть, не вышел ли за время
транспортировки срок годности. Все-таки действительно, да, где север, а где у нас Кавказ. На этом завершаю сегодняшний выпуск. С вами был я, Иван Балтиков, и авто за автопатии. И вот такой халяльный айран. Чао вам. Всего доброго. До новых встреч.